Итак, Степашин против Перегудова. Сергей Степашин мяч забил. Я думаю, что нужно этот мяч обязательно подписать. Сергей Валерьевич. И потом удалось его переадресовать уже в музей. Мои помощники сейчас этим займутся. Итак, еще раз спасибо большое всем, кто принимал участие в этой символической процедуре. Сейчас мы, как в хорошем театре, просим зрителей обратить свой взор, вы знаете, вот повернуться надо будет на 180 градусов и посмотреть на футбольную сферу, которая расположена точно в центральном круге стадиона. Дорогие друзья, я